Друзья, я вот что появился в эфире, это не просто так. Сегодня юбилейчик у программы «Пока шварим». 20 тысяч подписчиков, блин, круто. Я когда-то даже не мог подумать о такой цифре. 20 тысяч человек, мы с вами можем захватить какую-нибудь маленькую страну уже, если вместе соберемся, да? Но мы не будем делать, мы очень мирная передача, мы снимаем рецепты, готовим вкусные блюда, мы ни на кого не нападаем. Короче говоря, вот такой сумбур у меня в голове, а все потому, что вас уже 20 тысяч. Давайте, что ли, пойдем дальше, давайте уже будем 30 тысяч набирать и 40 и так далее, и пойдем вверх, вверх по ютубовской лестнице. 20 тысяч людей, обалдеть. Слушайте, я так тихонько говорю, на самом деле эмоции-то меня переполняют. У меня ребенок просто спит, а так бы я сказал, 20 тысяч подписчиков. Круто. Это целое море людей, друзья. Это целый океан различных мнений, разных возрастов, разного пола. Я даже представить не могу, сколько это людей. Ну, это очень много. Конечно же, я надеюсь, что мы на этом не остановимся, что наша армия «Пока шварим» будет расти, расти бесконечно. А для того, чтобы это происходило, ваша задача – рассказывать про передачу «Пока шварим» вашим друзьям, делиться видео, ставить лайки под моим видео, потому что это помогает продвигать ролики. В общем, вот так вот мы с вами. А я почему говорю «мы с вами», да? Потому что я, снимая свои ролики, не чувствую себя в одиночестве. Я все время помню, что вы будете их смотреть. Я все время представляю, как какая-нибудь семья или отдельно молодой или не очень молодой человек смотрит мой ролик, у него выделяется слюна и желание появляется что-нибудь приготовить. Вот. В общем, мы с вами вместе. Пока мы вместе, мы сила. Давайте, не отписывайтесь от канала, следите за новыми роликами и... Поздравляйте меня, что ли, а? Ну, поздравляйте, конечно же. Пишите ваши пожелания, пишите ваши поздравления. Мне будет очень приятно их прочитать. Все, всем пока. До новых встреч.